Адылжи театре фестиваль вешленде. Ижевск улынде шенде режисе не числарыш, унда Чуваш республикинде шамрагарти сэмде ешлан бульчиш. Фестиваль шел зерень вайлзе брать. Адлжири вон вады региондан, онда хальхинде твачырвынул да пулдарулы хушканю худшанже. Итларах школды театрзем. Пилекпин итлажамрых сцену салыхибе балаштарма. Театра юрадаканцине азамлыха бударма. Терлі булым бірге каласапама бударжа. Шендерюшызен сцены ишіне Чуваш яшкеремі темеші худшанде духре. Победителем фестиваля и лучшим молодежным спектаклем Приволжского федерального округа становится постановка «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» из Чувашской республики. Ку спектакль девляган зем, тем же номинации де балардеш. Дмитрий Миронов, Чилаях режиссер. Кристина Никифорова, Чилаях актриса. Александр Чернов, Чилаях актер был садачеш. Молодцы, спасибо. Ребята, здорово. Спасибо большое, молодцы. Действительно, спасибо. Получилось. Спасибо. Школды театр зем, где астызен день улмаща. У Оскардада Керен Дама спектакле тюре зем, вишемыш вырын барса хакларыш. Дарья Фоминавара, атязен театринжи Чилаях актриса был задача. Шамбрых сенеда дағытларах явыш тарастезе, хальхинде афиш зембе плакат сен конкурсне ергелене. Онда тва чырытла эштратна. Шельде хальхинде куенбе чывашен палырай мара. Пулдарул зем парнелі бұл нығышын кетне саман шитры. Егевінде ширен бірмеш, егевінде ширеми кемір шулды адылши театры ужылджы. Республика Гларнбале, Алина Сусметова.